Это. Привет, YouTube! Привет, подписчики! Опять! Мы у чеховских эту фишку переняли себе. Проходим. Так, сегодня мы копаем. В лесу. Мы копаем сегодня. Да, но не на Вальшнеп. В лесу, вон там Вальшнеп, кстати. Кстати, тут, мне кажется, летит стопудово. Да, 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 вон тут такое, такая местность. Мне нормальная. Кажется, сюда можно прийти постоять. Можно прийти постоять. Там подъехать, кстати, можно вон, вообще сюда даже. Ну, пойдем покопаем. Вон там рюкзак сзади. Копнем сегодня. Там, где пуговицу нашли. Все, смотрим дальше, кто хочет. Дай. Итак, товарищи, мы нашли еще один газопровод. Покажите его. Но у нас тут нет тоже. Здесь хорошее вальшнепиное местечко. Не за зайцев побегать. Ох, да. Но тут нельзя. Город Климовск. Здесь можно, если бы разрешение, если бы путевка была. Ты думаешь, можно было? Мне кажется, здесь на Вальшнепа, если туда подальше отойти. Здесь рядом же нет. 200 метров здесь точно есть от... Ну хрен нас знает. Не будем расстраивать меня. Не расстраивать вы меня. А что расстраиваться? Вон, смотри. Вон, сейчас будет. Идем копать. Экстеры 705. И что там у тебя еще? Баунти Хантер Ланстер. Какой-то там Хантер у него. Да, Хантер, который нашел пятак. Нормальный, да. Хантер. Все, ладно. Было бы что искать. Порываю его привет. Да. Всем там кошевым всяким привет. Мы идем туда воевать. Да. Итак, покажи пальцем, где мы пятак нашли. Пальцем ты. Там? Да. Там. Все, ладно, пошли. Пошли. Что там, Вов? Кто у вас? О, что-то я запыхался копать. Что там Ванька нашел? Ну, такую старую ходячку. Блин, старую первый. Ходячку, 2 копейки 91-го года. Это, смотри, сохран такой, вообще ничего, да? Да, да. Прикольно. Ну, 91-й, конечно, это не так давно. Ну, какая разница-то? Но СССР еще. Советы. Не, советы. Советы у нас. Молодец, советы нашел, смотри-ка. А где ты нашел советы? Вот здесь, вот мы с ним посмотрели. Сейчас я покажу. Сначала у него било там разные 5 центов, все мы выкопали вот от ложки. Может быть тоже надо будет отмыть, может быть тоже советская. Вот такая вот ложечка, я пытался оттереть. Ну, может быть, вилка. Вот. А потом он говорит, мам, там что-то еще, говорит, бьет, а все равно, ну, давай, говорит, поищем. И вот он раз-раз и не, прям увидел. Сахран. Да, сахран прям хороший. И, видимо, когда ты вот в этом куске, она ну, была, наверное. Да, мне тоже что-то бьет, что-то сейчас покопаем. Давай. Копали, что Ванек накопали? Ключ на 12. Тут ветер, ничего не слышно, что там говоришь. Ключ на 12 или на 13. Древнегреческий какой-то. Там немножко там лопать только сломали. Сломанный нашли. Ну что, да у тебя там чего? Ну знаете, поснимайте, какой-то сигнал есть. Да. Ушли уже вон куда. Зачем? Мы что, берем его с собой что-то? Поснимайте, потом решим. Давайте пока я положу его. Миша. Как он там сигнал бьет. Электричество сегодня, да, такое? Ну, не везде. Давай. Прыгающий какой-то 26. 40. В этой пуще поискать, что ли? Сейчас посмотрим, где что-то. Еще подкопнулся. Близко или? Да нет, глубокий. Там где-то 15 сантиметров показывает. Такой прыгающий какой-то. И сигнальчик.
Угу. Вот такие вот бывают, то что копаешь, копаешь, а хренак пропал, блин. Вот даже еда из-за не ищет. Вот, Вань, поди сюда. Надо спину, надо, чтобы он поснимал. Вот. Надо, чтобы кто-нибудь... Так мне неудобно, Вань. Шмурдину нашел, что ли? Какой-то красный, да. Ну это не красная, ржавая. Нет, вот красная. А-а-а, какой-то вообще ключ. Тоже не понятно. На, Ванюш, поснимай, мы сейчас никак не можем. Косу пропал. Короче, какие чудеса, да? Да. О, да. Такой... Ты вырезай-ка, Ваньку, баунчика. Четкий сигнал-то. Не, нету ничего. Ну как, это четкий сигнал был. Ну так как-то с крыльями так это. Знаете, чайки так, когда у них конвульсии. Ну где тут так поскакает? Вот. Нет, это скорее всего на этот, нет? Наверное. Вот, видишь? Что-то вот, наверное, 24 где-то у меня. А где тут, я не знаю даже. А здесь? Нет? Так быстро его тоже водите, так быстро. Давай. Что-то там есть. А-а-а. Херню какую-то. Наша пробочка, наверное. Я не знаю, что это такое. Ну да, наверное. Пробка, скотина. Ну, извиняйте, товарищи, что вам пробку показали. Закапывали. Решили перепустить рекламу. Сегодня без тушенки. Сегодня без тушенки, ага. Как-то так. Ну тут выштепины такие, да, прям лесочек такой прям. Вот там на полянке встать. Такой вот лесочек похож, куда мы едем, деду туда. Ну да. Надо на следующий год тут пробить, путевку в Подольске взять. На один есть, день. А здесь грибочки есть? Так, короче, сигнальчик. 24-26. Вот, погоди, Вань, только покажи. Добавлю. Ой, да это. Вон, 26. Или пробка, или пятак, или перевести. Прям все видят, все запечатано, годами было. Подложек никаких. Смотрим, блин. На изготовке пинпойнтер у нас уже, наверное, готов. Ага, готов. В ямке нету? Нет, что-то нигде. Здесь где-то? Ну-ка. Нет, что ли? Чего, надо копать, нет? Попробуем.
где-то здесь. Воробей, наверное, как всегда в траве. Наверное. Вот. Ну да, пробка. Ох ты, зараза. А так звучат, а так они звучат хорошо. Но мы не сдаемся. Ну да. Все, гаси. Сегодня продуктивно покопали 4 вилки, 3 ножа и бутылка рома. Сейчас я покажу. Если мы сегодня нормально копнули. Ну вот какая-то. Ну, конечно, она не древнегреческая, понятно, что это обычный алюминий. Раз. Так, вот у нас еще гвоздочек. И самая главная наша находочка сегодня это. Советы. Блин, посмотри, она прям аж блестит. 2 копейки. Ну да, сахаром такой. 91-го года. Сейчас покажу, что СССР. СССР. То есть советы у нас. Нашел панек. Еще 3 ключа. Хайш. И еще, Хайш. Как там, еще утки видели. Как баллонник? Да. Да, утки летели красиво сегодня. Прям 2 такие жирненькие. Сколько мы времени? Вот? Мы от... Смотри, как мы прошли, Вань. Мы оттуда вышли, с того леса. Вот так вот мы все обошли, вот так кругом. Туда дошли до поля, где мы и так нашли. А вон там еще один камрад ходит. Ну-ка, засеки его. Но камрад камраду, как говорится... Запали его тут. Вон там. Камрад камраду конкурирующая... Он попал в интернет. Конкурирующая фирма, поэтому... Поэтому мы желаем ему всё, находку. Всем пока. Может, если сил хватит, пойдем вечером уток поманим. Угу. На подсадную. Вчера на вашей шнепе ходили, сегодня на подсадную. Точно. Все, гаси. Ладно. Пока. Пока.